Сегодня Росимущество проводит торги по реализации сельхозтехники и автомобилей должников. Как сообщает служба судебных приставов Башкортостана, на торги выставлена сельскохозяйственная техника, находящаяся в селе Старый Сибай Баймакского района. Два универсальных энергосредства стоимостью около 286 тысяч и 573 тысяч рублей. Также представлены несколько автомобилей общей стоимостью более 2,5 миллионов. Подробная информация на сайте территориального управления Росимущества.